В рамках летно-тактического учения отрабатываются вопросы авиационного обеспечения региональной группировки войск сил при выполнении ими боевых оперативных задач. В рамках первого этапа отработаны вопросы планирования применения авиации и начались активные действия авиации на авиационных полигонах и на участках местности на территории Республики Беларусь. Экип поражения объектов противника, а также спасательно-эвакуационных и десантных действий войск. В рамках учения уже перенимается передовой опыт, тот, который касается построения летного порядка тех авиационных групп, выполняющих задачи, для того, чтобы их выполнение было наиболее эффективно и наиболее безопасно для летчиков, выполняющих задачи. Самое главное, что можно наблюдать, это взаимодействие в рамках передачи информации и последовательного выполнения задач. То есть одни суда производят разведку объектов, вторые выполняют задачи по их поражению, третьи осуществляют их прикрытие и при необходимости выполнения поисково-спасательных работ. Дело в том, что летный состав – это люди, которые действительно на вес золота. Подготовка любого летчика, она очень затратно в финансовом плане, требует расхода летного ресурса летательных аппаратов. И цена каждому летчику очень высокая, и мы должны максимально стремиться сберечь данный личный состав.